небольшое видео с почтового переулка. Вот три дома советской постройки. Это кинотеатр «Победа», бывший. Дождь идет. Смотровая площадка сверху детского парка. Богоявленский собор. Амфитеатр. Облака быстро перемещаются, ветерок дует, дождь идет. Внизу расстилается детский парк. Красивый, большой, о, с разными аттракционами. Прокат веломобилей. Виднеется храм отсюда, мужского монастыря Свято-Успенского. Не знаю, видите или нет, я вижу. Сейчас увеличу немножко. Купола. Так, вот они. Оп. Ну, сейчас освещение не очень, поэтому видно так себе. Дождь идет. Мелкий. Что еще сказать? Это вроде бы прохладно, как бы, а с другой стороны тепло. Ну, ветер как подует, попрохладнее. А вообще июль — это такой теплый месяц у нас. Но в этом году он не особо жаркий. А, поклонный крест там стоит. Молодежь гуляет. Сегодня пятница. Спасибо за просмотр. Всего доброго. С вами был Дмитрий Зарвал. Подписывайтесь на канал Дмитрий Зарвал в Яндекс.Дзен. В Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте.